перестать государственным информационным ресурсом разжигать межнациональную ненависть в стране. События в Пугачеве на 5% были следствием реальных проблем социально-политических, на 95% следствием деятельности хорошо организованной информационной кампании, в которой участвовали, в частности, государственные медийные ресурсы, такие как РИА Новости и другие, которые стали называть чеченцев мигрантами. Граждан Российской Федерации, коренной народ, стали обзывать мигрантами внутри страны. Чеченские мигранты возвращаются в Чечню. Это заголовок, который был в РИА Новости. Поэтому я считаю, что государство должно прекратить с помощью разжигания кампаний по национальному вопросу, разжигания волн межнациональной ненависти, я уверен, что это исходит от государства, переводить внимание общества с каких-то скандальных тем на вот эти темы, которые просто возбуждают толпу. Посмотрите, что было на фоне Пугачева, и вы поймете, почему был создан Пугачев как информационный повод.